Ну, здравствуйте, дорогие друзья. Вот, к сожалению, у нас получился большой перерыв. Но, тем не менее, мы наконец-то собрались в Майнкрафте с моим дорогим сыном. Я вас приветствую. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал. Жмите колокольчик, а мы начинаем. Мы сегодня идем в ад. Да, ну, там-то все... я точно, наверное, 100 раз сдохну, блин. Да, всем здорово, мы идем в ад, да. Мы, конечно, это сейчас сделаем, да. Хуйно сказал, ну ладно. В принципе, ничего нового. Нам нужен обсидиан. У нас есть обсидиан, как думаешь? Откуда я знаю? Вот я что-то сомневаюсь. То, что у нас есть. Что это такое-то вообще? Ну это для портала, нам же портал нужен. Так, ну у нас, в принципе, есть... У нас лава есть? А, у нас лава должна быть, да. Лаву залил водой или чё? Да. А, кстати, у нас он, кстати, был, оказывается. Ну, короче, у нас есть, вот, видишь, да, вот он у меня есть. У тебя есть? Да. А мне как быть? Так, и зачем нам два портала? Его? И ломать его может только лишь алмазной киркой. А у меня ее нету. Ну ладно, пошли. Так. Где ставить будем? Портал? Да. А что если тут... Что чего, значит, нам можно было сюда телепортироваться домой, да? Как где я ставить будем? Где ты хочешь вот поставить? Откуда я... В смысле, хочешь? Ну где тебе... Я знаю, где его... Где тебе было бы удобнее просто? Вот без разницы просто, где тебе удобнее Нет, было? Вот ты мне сначала объясни. Для того, чтобы можно было телепортироваться быстренько обратно, да? Или как? Ну, он же портал? Не совсем так. А? Не совсем так. Если, ты если ты там сдохнешь, ты появишься дома. Ну вот я об этом и говорю. Потому что вот многие зрители, которые такие же, как я, дубы, они тоже не понимают, в чем дело. Не все же такие, как ты, которые ты уже тут в этом Майнкрафте не знаю сколько лет. Смотрят, которые такие же, как я. Ты все на ходу объясняй, пожалуйста. Так, ладно. Чего-то там съел что-то или что? Ну так где ставить вот, будем, ты мне скажи. Ну вот где я стою, допустим, вот здесь. Это же вообще-то дорога. Ты посреди дороги будешь ставить? Ну давай где-нибудь ты вот тут. Какое-то более поставим. Разумное место. Вы... А? Здесь? Здесь? Ну, да. Ты из окна в портал будешь смотреть, да? Ой, там кто, где, кто? Да чё ты боишься? Короче. Да окает кто-то. Иди за мной. Иду. А то ты сейчас будешь думать. Он будет стоять вот здесь. Ой. Бам. Немножечко не получилось, но бывает. Ну, под дырку потом зайдем. Короче, ну, он здесь будет. Он, вот нифига себе, он тут воронку сделал нахер. Вот здесь у нас будет находиться. В этом месте. Сейчас тут подосветим немножечко. Где вот. Ты есть, а вот. Ой, нифига себе, я пролагал. Ёп, да чё я сегодня? О, ну сейчас да-да! Я сегодня чё-то какой-то не свой. Короче, Димка сегодня воронок наворонил, блин. Ну чё-то, чё-то не то на самом деле. Так не должно было случиться. Это не по плану пошло всё почему-то. Вот да. Так вот. Нечего по ночам шляться, блин, во всякие ады. Да ё-моё, за тебя не то поставил. Ну тут будет портал, да? Ну ладно, значит у нас будет углубление. Запоминай, как он выглядит, смотри, видишь, да? И? Вот 4, да? Ну? Так, вверх, я вот не помню, сколько вверх. А, нет, я даже переборщил, по-моему. Да, вверх можно 4, но я опять сделал, ну, в принципе, неважно. Ты готова? Ну, не знаю я! Ну, не поминайте лихом, там куда-то какие-то снежинки туда залетают. У тебя еда вообще есть какая-то? Сейчас посмотрим, погоди, пока я не зашла. Это важно. У меня есть 3 печеных картошки, хлеба есть, яблоко есть. Так, пшеницу уже есть. Ну. А у меня еще есть щит, может мне щит еще взять.
А? Ну, возьми. Алло. Возьми, я говорю. А? Возьми, я говорю. У меня что-то звук сильный игры, я тебя потом не слышу. Потише сделай. А как его взять-то? F нажми, вот сейчас он у тебя... Выбери его и F нажми. F-то нажми, какой F? Ну, F! F просто F? Или F1, там F2, F3? F! А? F! Дима! F! Просто F, да? F! И жму я, и чё? Так щит выбери, а не, не землю. Не, Сеня поисчезала. Щит выбери, а не землю, Аль, ну пожалуйста. Вот, о. F нажми. Всё. А? Ну вот теперь меч бери в руки. Я вот. Говорю, у меня звук сильно это. Ну только потише сделай. Ты где? Escape настройки. Музыка и звуки. И общую громкость убавь. Вот ты вот мне по-русски скажи, а где на клавиатуре это? Escape. ESC. Чё бы, кто бы мне бы очки... Иди ну, сюда, ты... короче, я не вижу ничего. ESC, в самом верху. Сверху, слева. Так. Настройки. Настройки, музыка и звуки. И музыка общую громкость убавь. Общую громкость? А где это? Ну, в самом верху, там общая громкость, у тебя там проценты. Мы готовы, мы пойдем уже в ад. Да погоди ты, дай мне. Ой, я боюсь. Ну, пошли, давай ты вперед, я за тобой. Нет, давай ты первая. Ага, я сейчас только зайду, и меня бабах, и все. Ладно, я пошел. Давай. А я постою. Ой. Огненное недро. Это вы что, в аду, что ли, называется? Кого? А я там же и осталась у себя на поляне. Так вообще-то ты должна зайти в портал. А я зашла в портал. Да, за тобой. И вышла опять... Ты... Ну и что? Ой! Ты... Смотри. А, я насквозь захожу, получается, да? Да, ты должна там остановиться и стоять и ждать, пока тебя телепортирует. Вот, что ты должна сделать. Ну ты вот, вот ты появилась. Ну ты прогружаешься. Загружается у меня. Тут красное все, да? Но... Ну вот, все правильно, мы пришли. А я просто в портале стояла, я не вышла. Ха-ха, дура, блин. Ой. Ну-ну-ну-ну-ну не. Ну так тупо не надо было уже. Ну, так-то тип... тут где идти-то? А где тут ходить? Ё-моё. Сейчас, погоди секунду, стой. Ты со стрелой, блин. Ой! Сейчас у тебя. Короче, Дима, я не знаю, я сейчас, наверное, сдохну сразу здесь. Погоди ты! Кого? Так. Там сзади, смотри, сколько всяких этих на нас идет. Вон они. Дела вот течет. Они тебя... Короче, вот эти вот сотет. Но. Вот они тебя, короче, трогать не будут, если ты их и бить не будешь. Ясно. А вот, это кто вот такие-то? Ботинки золотые одень, поменяй их свои железы на золотые. Как их одеть? Правой кнопкой мышки нажми, просто. Нажала! Ну в инвентаре поменяй. Кого? В инвентаре поменяй! Ёпта! Газ, блин! Я тут-то в золотых ботинках, а... Нихера себе, яу, хорош. Вот это я мочанул сейчас. Ну поменяла, да? Ну ты не на мне посмотри. Да, поменяла. Ну короче, другие чуваки тебя трогать тоже не будут. Почему? Ну помнишь вот этот на тебя вот напал недавно сейчас, да?
Но. Вот он тебя будет принимать за своего. Из золотого этого, ну, брони. Вот. А эти пассивные, просто тупо. Если ты их трогать не будешь, само собой. Ясно. Понятно. Ну пошли. Куда мы идем-то в этом аду? Да, вот смотри, у нас есть дерево, кстати, адовское. Можно набрать дерево. Можно чего сделать? Ну, дерево нарубить. Вон, ты видишь, какое дерево красивое? Ладно. Чем нарубить-то? Топором? Ну да, как обычно. Типа. Не, а чё, ствол рубить, да? Как обычно, да? Ну да. Ну тогда я уже подрубил всё. Ну вот они. Вот это вот желтенькие красивые, да? Да? Это светильники. А, я светильников нарубила. Ну, они тоже, в принципе, где... для декорации пригодятся. Кого? Вот это дерево или это не дерево? Это листва. А? Это листва. Вот это вот. Вот это листва. Это листва. А какое, как оно выглядит-то? Где, как, какой ствол? Покажи мне. Вот. 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 Где вот? Вот. Вот это, да? Да, вот да, это. Да, 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 да. По-хорошему нам бы крепость найти адскую, да? Ну. Ну и в накидочку еще... Ай. Ну еще одну хрень, короче. Здравствуйте, это закадровый голос. Если что, та самая херня, которую я сказал, это Бастион. Все. Я забыл, как она называется сейчас. Еще одну хрень объяснил. Дорогие друзья, поняли, да? Хрень мы ищем. Крепость и хрень. Ладно. Хватит прыгать. Пошли уже искать. Да, ну короче, да, пошли. За мной иди. Иду. Ой, я тут Гаста убил, да? Ну я тебе потом их покажу, да? И вот слезу выбил. Вот, смотри. Какую? Вот. Так, вот. Ну. Вот. Ну, она пригодится, короче. Пошли. Так, аккуратнее. Ну, пошли, пошли. Так, здесь можно наебнуться. Да, вот я вижу. И что теперь? Вот так. Сюда. 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 Иди. Только не упади. А куда еще-то ты где? Вот. Вот я перед тобой. Вот сюда иди. Вот сюда. Сюда вот, видишь? Вот, вот. Вот, вот, вот сюда иди. Можешь вот так вот, на вот. Если тебе уж так удобнее будет пройти. Ой-ой-ой. О, а ты куда это пошел? Так, все, давай, дальше иди. Да иду я, иду. Ты только не бегай, а тут нельзя бегать, тут надо. Можно. Да. Ну, я сейчас потеряюсь где-нибудь, да и все. В этом аду. Так, нам бы туда спуститься. Ой, тихо. Куда? Куда туда? Вот туда. А, ну мы, наверное, спустимся. Да, мы спустимся. А там лава. Вот, вот сюда иди, вот сюда, вот сюда. Вот здесь спуститься можно. Все под контролем. Развернись. Ага. Все, иди за мной. Так, вот здесь вот, вот проходи, вот здесь вот. Ну, прошла. Так. Давай в ту сторону пойдем. Давай. О, я крепость нашел. Ого, какое счастье. Где она, эта крепость там, блин? Ну, вон она. Ты, наверное, не видишь. Ну, вон, я видишь колонны там. Чего? Ладно. Так, сейчас я подстроюсь. Вот именно. Тут... А там еще какие-то... Чуваки ходят, блин. Ой, ё-моё, напугал меня. Ты вот испуга случайно вот таких не ударя, они бывают, подходят слишком резко. Потом пугаешься. Потом уж случайно ударить, и он, короче... За тобой и еще, потом... За тобой, короче, они все потом на тебя агрятся, да? Да. И...
штук 100 на тебя будут одновременно нападать. Нифига себе. Ну, я утрирую. Ну, с десяток точно. Скажем так. Так. Нам просто как бы удобнее здесь подойти. Ну, вот видишь, да, вот эти вот? Вот это темное очертание, это называется крепость? Ну, да? Вообще-то у нее есть текстура, ну ладно. Возможно, ты из-за монитора не видишь. И из-за прорисовки. Ну, да. Ну, какая-то у нас странная крепость-то. Ну, она... Ну, это ад же. Вся разрушенная, там, побитая. Логично, наверное, то, что она такая будет. Знаешь ли. Чё-то... А это у тебя что такое? Кого? Вот это что такое? А это кварц. Чё, его добывать надо? Ну, можно, да, вот. Ну, он в строительных блоках используется в основном. Ну, это кварц, понятное дело. Вот можно вот добыть его. А вот это что такое, Дима? Стой, вернись. Вот это с желтенькими. Чё это? Это золото. Вот это вот что? Вот я на него встала. Я сказал же, я сказал золото вообще-то. Вообще-то золото, а что, его же тоже можно добыть, да? Ну да, киркой. Вот, а... Ну так вот, а что я пока стою-то, блин? О, чертоги страха. Ну, короче, иди за мной, все, вон, поднимайся. А ты где? Ну вот, вообще-то. Только не наебнись, пожалуйста, сюда. Уже? Ну, туда не свались, ты просто сгоришь. Да я знаю, что я сгорю, если что. Аккуратно, короче, поднимайся. Ой. Все, все, вот сюда, и вот куда? Сюда, спокойно вот сюда иди. Это что такое? Это Гаст орёт. Ага. Детским голосом? Ну, я не знаю, насколько он детский, но вот он. Вот он, видишь, белый вон там внизу, вон. Вон, видишь, полетел, видишь, вон. Ага. Вот это Гаст. Ай! Там вот эти ифриты. И что делать-то? Ну, в первую очередь не отставать от меня. Это в первую. А это что за стрельба? Ай-я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 й-
Кого выбил? Голову с этого черного скелета выбил! С первого, сука, раза! У меня такое впервые! Ёб твою мать, это ж пиздец! Охренеть можно! Я с первого раза голову выбил! Там шанс вот просто мизерный! И чё это дает нам? Если мы соберем 3 бошки, да? Но. Мы сможем создать иссушителя. Это такой босс, короче. Угу. Жесткий. Понятно? Ну, так, приблизительно. Но мы к этому вернемся не раньше, чем через серии, наверное, 10-15. Ну, ясно. Тебе просто научиться играть надо, да я его тоже особо не умею пиздить. Ну и больше подготовку нам надо, соответственно, для этого всего дела. Конечно, я... Ой, ёпта! Вот это что-то, вот это вот... Кто пуляет эти огоньки, блин, нафиг? Это ифриты пуляют. Какого хэ? Ну они огненные чувачки, блин. Огненные чувачки, блин. Ну, образно, да? Ага. Же... Газ сейчас, блин, тут... Ай, я, короче, сейчас все сожжу. Ты горишь! Тут... Ты да, я горишь! Я знаю, тебя... Вот, почему на тебя не агрятся? А только на меня! Да ё-моё! Ты где? Иди сюда! Потушиться-то! А потушиться-то как? Она сама потушится. Ты покушай, пожалуйста, что-нибудь. Ой. Я бы тебе советовал золотую броню поменять на железную обратно. Заодно! Да чё как? Я ж тебя сейчас, сука, попаду. Попал. Все? Да как-то у меня мало все равно. Покушала я мало.
Погоди, я сейчас достану там еще кое-что. Хлеба хоть достать, блин. Где этот газ, блин, меня бесит? Ну там у них спавнер, короче, я понял. Ну, нам какая-то попалась не очень такая вот насыщенная, да? Тут просто сундучки могут с всякими штучками быть. Пошли туда. Может, что найдем? Может быть. Тогда? Иди сюда. Это бесконечная крепость там, блин. О, вот сундучок. О, золото, вот золото можно забрать. Вот тут есть железно-конская броня, можешь забрать. Кого? Железная конская броня. Огниво есть. А. Ладно, забрала. Пошли дальше. Ты где? А, вот. Тут еще сундук. Так, железо, седло, кстати. Седло пригодится. Седло — это хорошо. Я забрал. А что за мухомор тут, блин? Ну, это есть мухомор. А вот зачем? Здесь-то. Ну, разработчика спроси. Тут это, я не знаю. Вот, смотри. Видишь, да, это что такое? Да, это что такое? Адский нарост. Как? Адский нарост. И? Короче, он служит для, для зелий. Так. Вот надо его собрать. Его? Просто руками собираем, вот, да. Да у меня, блин, всё... Ну и вот, песок душ вот это, видишь, да? Кого? Вот это песок душ. И он скорее собирает, мне ничего не осталось, как обычно. Сюда вот, поднимайся. Погоди, дай-ка я, стой. У меня слишком много лишнего всякие. И сюда иди, тут с двух сторон она. Можешь, вот, собирай, короче, все тут. И песок тоже. А песок что, тоже рукой? Да. Ну, у тебя лопата уже нету. Моя рука! Растет, потому что вот этот нарост только на этом деле, да. Вот, поднимайся там. Иди за мной. А, что-то я, Дима, у меня ничего нету, в смысле это... Я собирать-то собирала, а у меня тут на квадратиках ничего не осталось. Куда так оно у тебя в инвентаре будет? Так-то. А, ну ладно. Ты инвентарь откроешь, и там у тебя все будет. Ну, о, алмазик нашел. Молодец. Можешь забрать, кстати. Тут вот обычный... Ну это просто... Грибы? Просто гриб. Странно. О, еще. Ну, вот а просто вот этих гриб. А вот этих штук-то нам много надо, да? Да, в принципе, нам, я думаю, хватит уже. Они все равно растут. Но они как песок-то обычные. Песок-то собирать? Да нам хватит. Нам хватит уже все. Можно их не собирать больше. Нам хватит, этого достаточно. Понятно. Они же как обычные растения. Угу. Только поливать не надо. О, три алмазика, между прочим. И нагрудник. Чё, забирай. Забрал? Алмазы. Алмазы забирай. У тебя же алмазы. Там еще сапоги есть золотые, забрать их? Нет, это я положил свои изношенные. Я нагрудник просто нашел. Золотой. Во. Я вижу. Пошли. Короче, давай выходите сюда потихо уже. Давай. А, вон скелета только я сейчас убью. И чё, мы куда дальше пойдем? О, их двое тут. И не ожидал.
Не выпали. Так, тихо. Что не выпали? Башки? Сейчас я восстановлюсь. Да, башки? Вот тут еще. А это кто такой? Так это он и есть, черный. Это черный скелет. Ну, скелет-усушитель, если быть правильным. Господи. Короче, когда он тебя бьет, он у тебя выкладывает эффект иссушения, да? Угу. И у тебя здоровье отнимается. Можно легко сдохнуть. Не надо туда подниматься, там тупик. Так. Там тоже тупик. Ну пошли тогда реально за этой крепостью уже. Дальше что-то будем изучать местные красоты, так сказать. Тут бывает тут рельеф, да, не очень такой мягкий, скажем так. Мягкий, тут все вообще твердо всегда. Ну, да, логично. Так это же мы опять к крепости вернулись. А мы обходим. Сюда иди. Это, короче, получается базальтовый биом, короче. И? Ну просто. Вот это серенький, да? Ну да, это же базальт. Да, это базальт. И что делать с ним? Можно надобывать, да? Ну можешь, да, можешь подсоберу чуть-чуть. Если хочешь. А там лава течет, я сейчас его... И она выплеснет. Не вся, советую, да? не советую. Вот и я о том же, блин. Короче, иди за мной. А вот эти черенькие. Ай, мамочки! Это у нас что это у нас? Это чернит. Ну тоже для строительства используется. Вот уже какой-то тут снежок повалил, посветлело как-то. Ну это частица просто. Это не снежок, это пепел, это же ад. Точно. Ну базаль же, типа. Он как-то связан же вроде, да? Да нифига. Это просто в аду пепел. От того, что черти костры жгут для сковородок, для этих, как ее. Господи. Кого? Для грешников! Что-то я ничего не понял. Ну пепел летит от костров! Это же ад! А там это делают? Да. Черти жгут костры и на сковородках жарят грешников. А, нифига себе. Да. Интересная информация. Ладно, допустим, я это запомнил. Наверное. Не, ну это я так примитивным языком сказала. Ну то, что мученики мучаются, да, то, что вот. Гори в... это... Выражение, гори в аду. Если... И чё вы сюда забрались-то, блин? Зачем? Не знаю. Просто показать. Какой целью-то, блин? Просто походить, чтоб я где-нибудь упала? Да. Ну, нормально вообще всё. А почему нет? Эх. Так, ладно, вернемся сюда. Просто надо дальше исследовать. Ну так исследуй давай, я за тобой. Да много тупиков, понимаешь? И много мест, где хер спустишься. В этом проблема. Так это же ад. Поэтому так. Поэтому я его терпеть не могу. А зачем мы тогда сюда пошли? Это обязательно. Господи, боже мой. Ты Майнкрафт пройти хочешь? Хочу. Вот я вот это место сейчас упаду. Всё, упала. Ты, погоди, ты лава не упала, да? Ну, получается, что нет. Тихо, стой, пожалуйста, аккуратно вот. Стою. Я тебя умоляю, аккуратно. Так, я тебя спасу. Я только пучка так, чипак. Чего? Того. Звук был прикольный. Чего? Вот, поднимайся, пожалуйста, аккуратно, я тебя, пожалуйста, аккуратно, реально. Тут ты здесь упадешь. Ну. И куда? Вроде засейвились. А, ну вот нам сюда и надо, я хотел сюда спуститься, вот. Ух ты, ни хрена себе. Смотрите, он делает. А вот этот беленький мечо. Так это ж кварц. А, тоже кварц. Да. Вот, смотри. Смотри, он куда лезет. Смотри, куда лезет. Что? Ну вон, что? Видишь, лавовая эта хрень вот. Столб. Да. Внутри он чубик резет.
Он полез. Лезет. Как думаешь, кто это? Это кто? Лавомерка. Лавомерка? Да. По типу водомерки, блин. По типу... А типа водомерки такое насекомое, которое по поверхности воды. А, ну да, типа того. И ты горишь. Да, я знаю. Ну, короче, если их прирутить, да. Ну, оседлать. Но. Мы сможем ходить по лаве. Ну, такое типа средство передвижения, типа лодки. Ты что тут делаешь-то, блин, я вообще не пойму. Для моста строю. Собираю. Это мы сейчас должны... Ай! Ёб твою мать, я задрался с этой лавой уже! Я сейчас сдохну. Восстанавливайся! Ай! Ай, блин, я сама-то тоже стою. Я сгорел. Молодец. Ну, я постараюсь к тебе сейчас вернуться. Я обосрался. Стой, короче, никуда не отходи, блин. Да я пока тоже ем. У меня, ну, тоже поешь. Мало уже. Как ни странно, первый погиб у меня сын, а не я. Я думала, я сразу сдохну. Да уже ты стоишь просто. Я все на себя беру, блин. Так, правильно. Ты же первый проходит. Это что, по такой узенькой я должна идти? Да. Мать моя женщина. Да? Ну, можешь потихоньку продвигаться, да. Ну ладно. Не поминайте меня лихом. Вот этим хорошо они, блин, ходят прямо по лаве. Пришли. Переправа, берег левый, переправы. И чё мы сюда пришли? Там опять 25. Чё? Везде лава. О, газ опять летает. О, магма. И чё с этой магмой делать? Но её также можно собрать и использовать для строительных, да, так-то блоков. Она... Так-то она вообще-то тоже, об неё можно гореть. Но она красивая. Не наступай на неё! Тут главное аккуратненько. Вот об этом и говорил. Давай же отсюда выбираться как-то. Лес, конечно, красивый, но, блин, уже некогда красотами наслаждаться. Что-то как-то мне уже все напрягает. Я опять провалилась где-то нахер! Куда ты опять провалилась? Ну куда-то. Ты где? Наверх посмотри. Наверх! Да я уже увидела. Да я опять провалилась, задолбалась я уже нахер! Так, блин, это меня уже бесит. Я вообще провалилась. Да вот, же можно поднять. Вот, на, вот, поднимайся. Короче, мы реально заблудились. Мы здесь не были. И чё? Это хорошо, то, что мы здесь не были. А! Мы круг сделали! Вон там вон верстак мой стоит. Мы реально круг сделали. Это один и тот же лес, оказывается, был. Который в начале. Да. Мы круг сделали. И чё теперь? Пошли домой, чё. А где? В принципе, если... Короче, падай вон туда. Куда? Вот прям туда сейчас разобьемся и домой дома появимся. Давай. Прям вот сюда падать? Не на дерево, вон туда, прям вон туда, вот здесь, вот отсюда, короче, прыгай. Короче, мы совершаем, это нельзя делать. Господи, это же нельзя делать! Суицид. Ой, чё-то ты не сдохла. А, вот тебя сдохла. Есть. Всё, мы дома. О! Yes. Кошечка, привет. Мяу, моя хорошая. Ура. Ну вот, дорогие друзья, мы сходили сегодня в ад.
Ну, не так уж и страшно. Я думала, будет страшнее. Но это, пока, конечно, пока Дима там сражался вместо меня. В следующий раз, я надеюсь, я сама там тоже что-нибудь посражаюсь. Чё-то я сомневаюсь очень сильно. Ну, я боюсь, конечно. Ну, ладно. Ну, вот сегодня сходили мы первый раз в ад. В следующей серии мы опять пойдем в ад, да? Да? Ну, алло? Скорее всего, да. Ну, ладно. На этом мы сегодняшнюю серию заканчиваем. Прощаемся с вами. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал, жмите в колокольчик. Пока-пока. А сын вам еще кое-что скажет. Нет, я ничего не буду говорить. Короче, всем пока. Все. Ну, пока.